С 15 ноября этого года при остановке транспортного средства понятые будут нужны намного реже. При необходимости их заменит видеофиксация. Если ранее понятые нужны были для направления водителя на медицинское освидетельствование, либо досмотр транспортного средства, то сейчас такая мера, значит, отменяется. И можно использовать видеозапись для, так скажем, фиксации разговора с водителем и направления его на медицинское освидетельство, либо досмотр транспортного средства. Сделанная видеозапись должна приобщаться к протоколу. Понятые будут теперь нужны только при необходимости личного досмотра водителя или пассажиров и при невозможности видеофиксации. Коснулись изменения и снятия государственных регистрационных знаков. С 15 ноября затонированные стекла и отсутствие полиса ОСАГО снимать номера не будут. У кого ранее снимались государственные регистрационные знаки за техническую неисправность, техническое состояние автомобиля, за неисправность тормозной системы, затонированные стекла, либо за полис ОСАГО, то с 15 числа могут обратиться в административную практику Сергиево-Посадского отдела ГИБДД, предъявив необходимые документы на транспортное средство, могут получить свои государственные знаки без прохождения технического осмотра автомобиля и визуального осмотра автомобиля. И еще одно изменение. Водители скутеров и мопедов теперь несут ответственность за нарушение правил дорожного движения как полноценные водители. Если водитель даже мопеда или скутера попадется без водительского удостоверения и в состоянии опьянения, то ему также будет грозить административный арест вплоть до 15 суток.